Экологическая конференция Общероссийского народного фронта проходила в Иркутске. Понятно, что главное внимание активисты уделили озеру Байкал. Вопросы с сохранением чистоты этого уникального для страны водоема вошли в так называемый шорт-лист предложений, который передан в федеральные органы власти для их решения. Так что эти два десятка проблем будут решаться за федеральные средства. Локальные проблемы, о которых говорили наши делегаты, скорее всего, необходимо решать местным властям, но под контролем ОНФ. В частности, речь идет о мазутном озере, которое образовалось на территории бывшего гидролизного завода рядом с поселком Усть-Абакан. История давняя. Конкурсный управляющий таким способом решил очистить цистерны, чтобы потом сдать их на металлолом. Железо сдали, а 300 тонн мазута впитались в почву. Для самоочищения природе понадобится лет 100. По мнению экологов, столько ждать нельзя, потому что вред от нефтепродуктов ощущается уже сейчас. Об этом, в частности, заявляют владельцы коров, которые пасутся рядом с мазутным озером. Но эта проблема может стать ощутимой для всех жителей поселка. До крайнего дома от этого нефтезагрязнения расстояние порядка 80 метров. То есть начнем с того, что первое, может пострадать человек. Водообеспечение данного поселка осуществляется водозабором из первого горизонта грунтовых вод. Не исключен вариант попадания нефтепродуктов по подземным разломам в Красноярское водохранилище. Проблему необходимо решать. Так же, как и еще одну актуальную для Хакасии – бесхозных лесов. Те самые защитные лесополосы, которые раскинулись на заброшенных совхозных полях и превратились в настоящий подлесок. И в этих заброшенных участках чаще всего возникают пожары, которые затем перекидываются на поля и леса. Эта проблема общегосударственная, и говорить, каким образом это. Это нужно менять законодательство. Без изменения федерального законодательства решение этих проблем невозможно. Вопрос с бесхозными лесами также вошел в список важнейших проблем, который, по словам делегатов конференции, ляжет на стол президента страны для принятия решений. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.